Жаркий сентябрьский денек, самое время сходить на пляж. Ну а если пляжа в городе нет, то приглашаем вас принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу на Кубок мэра, которые в городе проходят ежегодно. Его география постепенно расширяется, он уверенно набирает обороты и покоряет все новые сердца. В этом году в числе 18 команд участников – новички, город Красный Сулин. Женские команды со всей Ростовской области стремятся сюда, чтобы посоревноваться с достойными соперницами за Кубок мэра города Новошахтинска. Очень хорошо, что Игорь Николаевич поддержал эту идею, спонсирует администрация города Новошахтинска. Поэтому огромное спасибо нашей администрации города Новошахтинска за такой вид спорта, который у нас сейчас уже стал популярным. Ростов, Красный Сулин, Персиановка, Батайск, Таганрог и Новошахтинск – города, представившие свои команды на турнир. Впереди жаркая борьба за победу. С пожеланиями участницам выступил управляющий делами администрации города Новошахтинска Юрий Лубенцов. Я желаю вам легких, сильных, уверенных подач, не менее уверенных приемов. И пускай сегодня у нас победит сильнейший. Игра пара на пару. С трех партий до 21 очка. За два дня, которые длится турнир, прошло 40 таких встреч, в результате которых определились победители. Третье место завоевала команда из города Батайск. Второе – команда Донского аграрного университета поселка Персиановка. А кубок победителя отправился в Таганрог. Помимо общекомандных наград, кубков, участницы получили личные медали и денежные премии в размере 4000 за третье место, 6 за второе и 10 за победу. В составе каждой команды две участницы. Разделив эту сумму на двое, получается неплохое поощрение. Досадно, конечно, что хозяевам из Новошахтинска так и не удалось завоевать ни одного приза. Надеемся, что в следующем году юбилейный пятый турнир новошахтинцы отстоят в свою пользу.